Всем привет! В этом видео я вам покажу, как мы стягаем подкладку на синдипон. Двухсторонняя получается. Видно, сверху идет подкладка, проходит через натяжительные валы, натяжение идет. Синдипон, снизу идет подкладка опять. Это заказчик заказал двухстороннюю. Будут шиться жилетки внутри куртки. То есть на спецодежде будет куртка, спецодежда, а внутри куртка будет еще на молнии. Сюда будет молния вшиваться, и по кругу будет в куртку пристегиваться вот такая вот жилетка утепленная. Если надо и холодно, то жилетку можно пристегнуть. Можно осенью без нее. Настроили автоматическую намотку. Теперь с помощью вот регулировки скорости можно поймать скорость стежки на выходе и подрегулировать, чтобы в этой скорости наматывался рулон. Рулон побольше будет, диаметр идет больше, намотка быстрее, значит можно скорость делать поменьше, вот 2,2. Он чуть-чуть помедленнее будет. Вот такая вот стежка. Принимаем заказы, кому надо пристегать подкладку. Одностороннюю, двухстороннюю, несколько слоев. Синдипон, ватин, утеплитель, поролон, без разницы для мебели. Вот видно, мы стягали на этом станке. Это станок ширина 2,20. Одеялки. Видно, одеялки стягались. Так, станок у нас встал. Что у нас закончилось? А, вот видите, какой момент. Бывает подкладка из двух частей. Это называется стычная. Сейчас по новой будем заряжать. Нижняя идет целая. На выходе мы надрезаем ножницами, чтобы закройщики видели. Так, ладно, покажу вам, вот что настигали, и буду с вами прощаться. Это вот все уйдет на спецодежду. Кому-то будут очень теплые курточки. Думаю, в интернете таких видео очень-очень мало, именно стежка ткани. Так что, кому понравилось, подписывайтесь на канал, я буду разные рисунки вам показывать. Какую ткань стягаем, кожзам, одеялки, на одежду, подкладку. Без разницы, как бы принимаем вот любые заказы, стягаем любые рисунки, любая ткань, любой наполнитель. И я постараюсь каждый рисунок, каждый заказ снимать на видео, чтобы ассортимент у меня на YouTube. Ассортимент будет побольше, и вы уже сможете сами все увидеть, прежде чем сделать заказ. Так, всем пока.